В общем, ребятушки, которые смотрят на Ютубе, вам привет. Все еще третий ведьмак, все еще Геральт и барон, к которому мы идем, чтобы рассказать ему что-нибудь интересное. Я надеюсь... И ни одного ребятенка не похитите в обмен на помощь. Ох уж эти женщины склочные. Не раздражает, честно говоря, что приходится такой крюк делать, чтобы добраться до туда. Ну ладно. Уж как есть. Мне тут подсказали, что... Да. Ворожей хочет просить об услуге. Здравствуйте. А ведьмачий, значится. Говори, в чем дело. Ворожею нужен тот, что зла не устрашится. Близится ночь дядов. Надобно нам праздник обустроить. Придут заблудшие духи, а также и проклятые. Круг от этих чудищ охранять надобно. Зачем вообще нужен этот ритуал? Иногда человек умирает с недаемой тоскою. Или же смерть его застает прежде, чем он успеет вкусить истинной горечи. И тогда бедная душа не может покинуть этой юдоли слез. Дух блуждает меж живыми. Надобно участь его решить и отправить на верный путь. За этими дяды. Что я с этого получу? Ворожей знал, что ведьмаки за даром не работают. Не бойся, у ворожея есть чем тебя порадовать. Борода, кстати, уже отросла, заметили? Похоже, тут и правда нужен ведьмак. Ладно, я вам помогу. Ворожей знал, что ты не откажешь. Время собирать людей. Через озеро отправляйся на Коломницу. Там и встретимся, в кругу каменьев. Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Мне вот только, кстати, интересно, если бы мы не выполнили задание Кейры Мец, как бы мы там плясали бы-то? Узнаете меня? Ты конюший, я тебя вытащил из огня. Я вам этого не забуду. Вот вам благодарность. О, щедро. Ну ладно. Столько стоит твоя жизнь, да? Хорошо. Глаза у тебя как у кота. А мышей тоже вот? Крыс. Вроде вас. Ведьмак, можно тебя на минуточку? Чё, все докопались-то до меня? В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Твое какое дело? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест, ничего не пьет, просто сидит там. Вот ты где. Видишь мальвы? Вот эти вот голубые. Я привез их из Назаира. Анна вычитала о них в каком-то рассказе. И хотела, чтобы у нее непременно были такие же. Часами за ними ухаживала. Такая она тогда была счастливая. А вон те, смотри, такие лохматые. Зарекания их называют райские бутоны. А Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Деи. Но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. Я понимаю, как тебе больно. К сожалению, мы мало что могли сделать. Теперь уже не важно. Понятно, что было слишком поздно. Раньше надо было думать. Надо было увести их из этого чертова Велена. Все из-за этой сраной дыры. Здесь ничего не могло сложиться по-хорошему. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал?
Пойдем внутрь. Холодно тут. Есть новости? Твоя дочь в Оксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? Там безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Нет, но разговаривал с человеком, который помог ей бежать и теперь заботится о ней. Тамара жива и здорова. Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе. Я не верю словам деревенщины или кто ей там помогает. Я хочу быть уверен, что с ней все в порядке. Езжай к ней, погляди своими глазами, как там у нее. Никому другому я не поверю. Это все, что я могу для тебя сделать. Благодарю. Вот тебе поощрение. И еще вот, держи. Это что? Охранная грамота. С тех пор, как риданцы заняли дельту Понтера, попасть без нее на новиградские земли очень непросто. Так, хорошо. А что с Анной? Узнал что-нибудь? О ней мы еще поговорим, не беспокойся. Но сейчас мне нужны сведения о Цири, как мы и договаривались. Ну ладно, я раз обещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. Флэшбэк. А девушка-то твоя счастье приносит. Мы такого вепря загнали. Там король Фольтест, будь он жив, на него слюной бы истек. Цири, поди сюда. Тебе причитается порядочный кусок. Ну, девка, неплохо ты себя показала. Неплохо-то неплохо. Но кто ж на кабана с мечом ходит? У меня не было ни лука, ни копья. Значит, оставался только меч. И здорово ты им орудуешь. Где ты так научилась? То тут, то там. И не диво, если ты одна по дорогам таскаешься. Теперь уже не одна. Теперь она в нашей компании. Ну вот именно. Ты в нашей компании. Пили мы вместе. Вепря вместе загнали. А так и не знаем, откуда ты взялась. Женщина, а одета по-мужски, с мечом на спине. Кто ты на самом деле? Наемница? Скажем, я занимаюсь своими делами. А если есть оказия подзаработать, не отказываюсь. А я всегда говорил, что в наши времена девка должна уметь за себя постоять. Ладно, ладно. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что ж тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? А давай! На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. А, хреново дело. Что это ты в лице переменился? Баба испугался. Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном – большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. Я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. О-о-о, что-то мне подсказывает, что меч я потеряю. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу лошадей в этой игре. Летает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. Может, побежим на перегонки?
вперед, блин! По маркеру, блин, лошадь! Лошадь, скачи! У меня когда-то такая была. Быстрее, лошадь! Давай, мой маленький пегас, давай! Вперед! Жми! Жми! Так, скоро у меня лошадь загонится нахрен. Нет, нет, только не сейчас! Нет, быстрее! Вихрь, а не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю. Что? Есть шанс отыграться. Забавно это выглядит, если параллельно велоспор смотреть. Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось... Должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого... Ага. Какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Сыграем в Гвин, да? Я так, вот все думаю, мы это спрашивали. А что мне было делать-то? Предпочитаешь жить, как предпочитаешь. Было, через... было. Здешний не... Ну и что с... Все, свидания. Прощай. Кричала, как сумасшедшая. Ой, я не слышу тебя. Да, точно. Замечательно. Тут все орали дружно, что в этом самом дворе можно с сержантом подраться. Опускай, урода. Я думаю, урод спит. Тогда пойди и разбуди его. Так, что-то я заблудилась. Где здесь выход-то был? Что-то я заблудилась. Он наверху же был, да? Слушайте, а что у меня в тайнике вообще? Где, как к нему попасть? А, он наверху. Господи. Ой, не люблю я этот дом. Неудобно в нем ориентироваться. Так. Я помню, у меня вроде что-то там валялось, но я уже не помню, честно говоря, что. Вот, кстати, вспомогательное оружие. А куда его пихать? Потому что что-то как-то я не помню. Никаких слотов дополнительных для вспомогательного оружия. Куда его тыкать? 22, 14, 19. Прекрасно. Нафига это вообще сейчас вываливается, если я не могу этим пользоваться? Никуда продавать. Серьезно? Оно не нужно. Офигеть. В слот для мечей. Ребят, у вас показания немножечко разнятся. Я пыталась в слот для мечей это воткнуть, оно не втыкается. А, не втыкается. А почему до этого не втыкалось? Нафига он нужен вообще? А, уровень, наверное, просто неподходящий был. Фиг его пойми, нахрена оно нужно. Ладно. Нам надо, кстати, помедитировать, чтобы мне восстановились зелья. Потому что плохо как-то уже немножко. Где там этот? Воронка. Да ё-моё, серьезно? Погоди, ведьмак. Когда разыщешь мою дочь, можешь передать ей вот это? Тряпичную куклу? Ага. Ну... Чем пришел? Да я так мимо. Прощай. Честно говоря, я вот мне все орали, то что разбирая реликты, то с них я не заметила, чтобы что-то прям мега особенное вываливалось. Что?
Чем могу? Мне нужны доспехи. Так. Что у нас тут? Что я могу сделать? Это штаны у меня есть. Тапки тоже есть. Так ты не крафтишь сейчас толком же вроде нет. Нет, смысл. Я сейчас штаны, тапки себе, перчатки сделала, но... совсем не крафчу. Штаны, тапки, перчатки сделала. Так. Слушай, а вот, кстати... Ну вот смотри, я с этого получу изумруд, конечно, да, здесь хорошо. Здесь сапфир, здесь бриллиант. Блин, а почему до этого вывалялась какая-то фигота? Че, разбираем? Сколько оно? 164. Ладно уж. А то мне все плешь проедят. Черт, наверное, стоило поменять. Все-таки меч, ну ладно. Мне просто нравится там шанс большой кровотечения. Оставим пока так. Это я продам. Это я оставлю. Это, наверное, тоже продам. Ладно. Вы поняли, да? Вы уже давно все поняли и орете, а я только сейчас заметила, что я не продаю, а разбираю. Прелестно. За что просто мозг? Ну ладно. Не орём, никто не заметил, да? Ладно, это, я думаю, можно продать. Чёрт, их штаны эти ваши. Вот это я, кстати, да, это я разберу. Из слиток стали. Темной стали пластина. Но это скорее пластина из темной стали, это, наверное, только для тяжелых доспехов, да? Эх. Мусор продай. Надо бы, кстати, да. Эликсиры плотва. Во, кстати, вот это барахло надо выкинуть еще тоже. Дополнительное золото. Да кому оно надо? Пофиг. Так, впрочем, ничего не продается. Мне нужен обычный товарищ. Здесь только книги. Кузнец-то барахло не покупает, правильно делает. Бывай. Все хорошо, замечательно. Там, кстати, интересно, не обновилось ничего? Починка крыш, чиню крыши, ла-ла-ла. Повинности. Старая гадалка. Ясно. Массаж. Моя дочка так делает массаж, что все уходят от нее немного довольные. Премного. Немного довольные. Особенно помогает при болях в пояснице и шее. Если от работы в поле у вас ломит кости, зайдите в нашу хату. Улька. Только без непристойности. Интим не предлагает, да? Мазь от сыпи. Хорошо. Обязательный набор. Все понятно. Так, а где там сержант-то этот? Сейчас его еще искать. Да е-мое. Подожди, я... Нет, все нормально. Пластины и шкуры дракониды нужны будут для крафта более мощных форм доспеха. Легких тоже. А-а-а. Так, давайте, прежде чем позориться, мы немножко сохранимся. Тут самый главный ингредиент — это шкура драконидов, темная сталь и демирит, да? Да, по ним, по названиям понятно, в принципе. Хвороба какая-то меня пробрала. Так, с кем поговорить-то? Сучий ведьмак всех побил. Я готов. А! Глядите, кто у нас тут! А барон знает, как его люди тут развлекаются? Барон все знает. Он и сам денежку ставит иногда. Херово ставит.
все время проигрывает. Нет, дядов еще не было. Мы только-только его получили. Начнем. Ну давай, подходи. Да ты охренел, что ли? Я только, блин, наведение на тебя включил. А чё я без брони, а он в броне? Чё за подстава? Это нечестно. Давай, иди сюда. Сержант, блин. Не в ту сторону. Гера, давай. Что-то предыдущий-то как-то поопаснее был. Объявляю всем и каждому, что ведьмак победил сержанта и стал чемпионом Велена. Это было так сложно. Если тебе мало, езжай в Новиград или на Скеллиге. Там бойцов не счесть. Бывал, что в базарах ни сало на телегах горой лежало. Замечательно. Свинина копченая, солонина, колбаса кровяная. Так, кстати, да. Ну-ка, где это там? Это прям... О, да. Не скоро Трис нас увидит. Это будет вообще не скоро. Дяды, во. Пойдемте по дядам. Дяды. Или потом, или после города. Вроде как-то здесь не так далеко. Да и телепортнуться можно. Оно ничему каже, лудёвое. Спокойно, просто не пройдешь тут. Если бы не хозяйки, что в чаще правильно, давно бы мы... Не-не, ребят, давайте по дядам. Там быстренько сделаем свое черное дело. Тем более туда телепортнуться. Раз, два и все. Я уже забыла о существовании Трис и Йен. Ну, блин. Знаешь, ведьмак, у тебя все а вы ведьмак. Так, нам должно быть с небес посланы. Что? Неплохая работа, моему человеку бывало. А ну, конечно, нет. У вас в руках такое ремесло, что нынче голодать не буду. Так, стрим идет, ребят, 3 часа. Так, ну чё? Когда променял чародеек на дядов. На дяды. Это ж не мужики, чтобы на них променивать. Что, опять? Показалось. Так. Знаете, что я забыла? Meditation. Satisfaction. Проще. Давай медитацию на часок. Замечательно. Ла-л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 а. Ну иди сюда. Кстати, сколько интересно опыта будет с них? Смотрите, 579, да? Ну да. Ну ладно.
Ну-ка, с одного сколько? 7. Как символично. Ох, надо было облутать их, ну ладно. Рыжая волшебница. Не, в нашем случае она не рыжая. Вот ждет многих сюрприз, да, я чувствую. Там же призраки наверняка будут, да? Надо маслом от призраков сразу помазать. Все. Ох, как вас сколько тут. А, этот друидский круг-то этот. Ну, тип, здрасте. Надо сохраниться, наверное, на всякий случай. Подожди-ка. Сохранение пройдет, да? Подожди-ка. Ты мне это говоришь, Геральт, или кому? Слушай, смотри, сколько тут народу. Только поеду, говорит, сначала. Ладно. Полночь. А, полночь. А, ну да, там же написано, господи. Я постоянно забываю смотреть, но такой текст маленький, такой неброский. Что-то, блин, сейчас срань. Целый день, считай, сидеть там. Что им в тягость скажут сами? Так, масло-то у меня осталось. Подожди, да? Оно же не пропадает же со временем, господи. Постоянно все забываю. Мое почтение. Самое время. Люди, вот тот, кто будет нас охранять. Не бойтесь. Мы начнем выкликать заблудшие души. Некоторым помочь уже никак не можно. От таких-то ты и будешь нас охранять. Удержи злых созданий вдалеке, покуда ворожей не закончат дяды. Начинай. Не позволяй нарушить круга, не давай нас в обиду. Я попытаюсь. Что-то мне подсказывает. Что плохо все закончится. За жизнь свою в ответе. Графини на этом свете. Что за нею наступает? Каждый сам из нас решает. Предки явятся пред вами. Что им в тягость скажут сами. Нам видите ваши лица. Приходите. Кто о чем, о Геральте своем? Нынче мы исправляем дяды. Я так и думала. Так, уроды. Кто неверным бродит шлях. Да ё-моё, Геральт, ты что делаешь? Знаком, призываем середину. Баба противная, фу. Ясно слышу. Не в ту сторону, Гера. Пусть огонь пылает ярко. Ненавижу этих сраных водных баб, число. Ну иди сюда, сволочуга. Я на тебе жизньку хоть восстановлю. Иди сюда, старая. Не, вот с этой хренотни не восстанавливается, это раздражает очень. Ну давай, давай, бей. Спасибо. Да блин, я же увернулась, ну. Ясно слышу, мне не снится. Дух в ночи спешит. Сейчас призраки попрут, да? Пусть огонь пылает жарко. Дух явись нам в свете ярком. Скажет дух свою мольбу, мы прочтем его судьбу. Кто ты? Он знает. Мне его прогнать? Нет. Я пришел за тобой,
отца-убийца. Сгинь, нечистая сила! Заклинаю тебя светом вечного огня! Здрасте, приехали. Прекратите это богохульство! Нам же надобно помочь заплутавшим душам! Молчи! Я не потерплю некромантии! Помоги! Отойдите отсюда. Вы прерываете обряд. Эти люди занимаются черной магией и беспокоят умерших. Мы этого не позволим. Ты понятия не имеешь об их обычаях. Взять его! А людей разогнать! Ну, хана вам, уроды. Не тот меч, Геральт. Не трогайтесь с места! Не тот меч, говорю. Круга не разрывайте! Нет! Нет! Слышь, старого не трожь! Не-не-не-не-не. Глушь повсюду! Нет! Ну или так. Плохо обернулось, плохо! Беда нам! Кровь запятнала священную землю. Но нельзя прерывать того, что начато. Чем грозит кровопролитие? Круг был осквернен. Сюда сойдутся те, кто жаждет людской крови. Если боги смилостивятся, их будет не слишком много, и ворожей все закончит. Если хочешь продолжать, я готов. Я не готова. Я не готова. Надобно закончить дяды. Готовьтесь. Все плохо. Призываем, заклинаем. Души мы на суд скликаем. Глушь повсюду, тьма ложится. Что-то будет, что случится. Сдохну я. Что-то стонет и скребется. Чей-то дух к костру несется. Глушь повсюду, тьма ложится. Что-то будет, что случится. Призраки! Седьмая смерть сейчас будет. Святая земля кровью замарана. Не можно ритуал закончить. Люди, спасайтесь! Бегите, кому жизнь дорога! Эх, она нам. Ненавижу! Ненавижу сраных призраков. Господи, будь они прокляты, твою мать! Хотя они и так прокляты, какая досада! Так, мужика не трогать! Старика оставьте в покое, сволочь! Нифига старый ты жжешь! Стоять, подожди, минутку. Что, все что ли? Да ладно. Все пропало. Судьи куплены. Охотники за колдуньями, должно быть, узнали про дяды у мужиков. Тот призрак, которого они отогнали, был духом твоего отца? Он грозил, что вернется. Думаю, он сдержит слово. Ворожей не боится старого Ямраза. Призрак назвал тебя отцеубийцей. Это так? Да. Если я буду тебе помогать, мне нужно знать все. Почему ты убил отца? Ворожей не хочет об этом говорить. Один ты не справишься. Я же вижу, ты боишься. Призрак может получить над тобой власть. Я изгоню его, но мне надо знать, где он похоронен. Скорее всего, его тело не рассыпалось в прах. И это связывает его с миром живых. Ямраз лежит в болоте. Я поищу тело и посмотрю, что можно сделать. Ой, что ты делаешь? Ну, ладно. Я уж думала, тут прям... Что-то прям... Тут вполне ничего. Причем, смотрите, задание 7 уровня, мы 10-го, но нам тут, если бы, грубо говоря, пропустили что бы... Что было делать? Пропустили бы чуть-чуть пару ударов, все, хана бы нам пришла. Так что, как бы, не верьте уровню вести. Причем другое задание было 18 уровня, типа, о, не иди. А по факту нужно было просто прийти на место и со дна поднять...
сокровища из ящика взять, причем там плавали вокруг в отдалении только утопцы, которые без проблем убивались. Вот как понять эту уровневость, блин? Так, а что там? А, мы же здесь были уже. Помните еще, когда мы приходили сюда? Давай. Ну, Гера, спасибо. Так, где там искать-то этот труп? О, у них близок путь. Господи, все пути ведут на болото. Ну что ты делать будешь? Не оправдывайся. В смысле? В смысле не оправдывайся? Это констатация факта. Странно, здесь уровни назначены. Представляете, если бы мы сюда пришли на 7 уровне, нас бы тут разорвали бы. На New Game Plus здесь вообще жесть. Вообще игра на тоже насмерть, но New Game Plus очень больно бьет и не прощает ошибок. Да я верю. Ну это ж на то и New Game Plus. С другой стороны, там же по идее... Чё там? Там должны остаться либо навыки, либо экипировка. Там же должен быть какой-то плюс. Или там просто все с самого начала, только враги еще злее. Чё там? Чё там? Чё там? Чё там? Чё там? Ой, блин. Ну что, давай. Просто рекомендация подобрать вещи на 18 уровне. Ведь учитывая, что идешь на 10, ты теряешь возможность хороший лут. Ведь дают по уровню персонажа. Чё-то как-то не заметила я, что тут дают по уровню персонажа. Мне вечно что-то вываливается, то, что я могу одеть через 20 тысяч уровней. Честно говоря. Ну да ладно. На New Game Plus все остается, кроме квестовых вещей. Ну, а ну, тем более. Так что, в принципе, все логично. Черт, мне теперь даже интересно, насколько там все плохо. Ау. Куда там делся-то? Красота. Мне очень нравится, как кровь в воде расфуфыривается. Растворяется так. Оставляет уровень, навыки и все масла отвары. Но все рецепты крафта сбрасываются. Подожди, в смысле? Уровень навыки все масла, отвары, зелья, а крафт вещей имеется в виду. Но если вещи скрафченные остаются, то как бы... Чё бы их не носить? Ты если еще и уровень остается, просто ходишь дальше в своих шмотках. Ну, если это квестовый, то меняешь просто на какие-то обычные. Да, все можно, господи, все можно осилить. Dragon Age 2 тому прекрасный показатель. Это кошмар на Dragon Age 2, господи. Я буду помнить это вечно. Давай. И ушел. Ну ты ты слышишь? Он не срывается-то? Охренел? Стоять! Зараза! Вот так всегда все в моей жизни. О! Дошло до него, смотри. Ой, блин, блин. Даже я забыла. Все, goodbye. Кого-то они мне напоминают. Кто у нас еще? В болоте останки Ямраза неплохо сохранились. Ворожей раскроил ему голову. Чтобы призрак ушел, тело надо сжечь. Как интересно, я даже не заметила, как я пришла к заданию, если честно. Покинь мир живых и никогда не возвращайся.
Удивительно, что, честно говоря, тело сохранилось на этих болотах. Сколько лет назад он его убил? Мало того, что сохранилось, так его еще не растаскали, не сожрали. Это очень странно. Просто лежит тут, да? Его не... Короче, странно. Ну ладно. Так. Ой, только не говори мне, что... На болотах вроде долго храниться может. Это странно, с учетом местного всего, что здесь сохранилось долго. А, прям туда. А-а-а-а. Давай назад. Ох, смотри, как красиво. Я странно бегу. Да не, нормально. Может, в деревню? Лучше там и доску объявлений почитаем. Так, плотва. Настало твое время. Она забила на меня. Она меня кинула. Ладно. А если тут? Я всегда тут была, Гера, да? В торфяном болоте есть некоторые кислоты, которые препятствуют бактериям гниения воздействовать на ткани отмерзшего организма. А на поверхности эти бактерии гниения с легкостью беспрепятственно разлагаются. Так не в этом вопрос. Вопрос в том, что здесь целая куча монстров, которые обычно трупы съедают. И они должны были уже по всем канонам этого мира сожрать это тело. Вот я к чему. Давай, лошадь. Вот так всегда, господи. Он был просто невкусный. Ну да. Ой, я приду сквозь злые ночи, да? Ой, чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты. Нарисую в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу пустоты. Почему я помню этот текст, господи? Я не знаю. Или не пустоты, чего там, силу? Не помню. Темноты и пустоты, что-то было. Высоты же. А, ну да. Да чтоб я помнил. Здесь еще вопросики же. Давай, давай, раз мы рядом. Тленоты. Попса же. Ну да. Силу тленоты. А как вы такое помните? Я сама в шоке. Мы же в Оксенфурт собрались. Ну, как бы да! Но это же нормально, это все по-старому. Место силы. О, сейчас халявный знак. Точнее, Гера. Подожди, Гера. Да что за что, почему? Сила тленоты, давай, Гера. Прямо как астрариум в Инквизиции, да? Наверх куда-то забираешься. Место силы. О. Отсюда изливается магия. Ну точно астрариум. О, такие ассоциации прям. Так. Зайка моя, я твой зайчик, ручка моя, я твой пальчик, ты стебеляк, я твой пестик. Мы навсегда с тобой вместе. Ой, да. Да, упоротая песня была, конечно. Так, ладно. Крит, да. Качаем до упора, короче.
все, что есть. А потом, когда понаоткрываются слоты, вот тогда и поговорим о других навыках. Так, давай сюда. И не менее упоротый клип. Да-да-да, я помню этот клип. Недословно, хотела сказать. Не полностью, конечно, но я помню кадры. Там с морковками было что-то связано вечно, с кроликами. Ой, дичь, короче, та еще была. Киркоров, блин. Поп-король. Не-не-не-не, волчары, идите нахрен. А, это еще раз один чудовище. Да-д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 а, давай. А, здесь еще и пещера, блин. Грот Драконоборц. Будет ли там сильно больно? Может, он квестовый, слушайте? Потому что, как бы, здесь даже быстрый переход, это подозрительно. Обычно, если просто пещера, быстрый переход рядом не ставит. Там квест, да, ребят? Просто, может быть, не стоит идти пока что туда? Все, чатик упоролся, он меня не слышит. А чё, там квест или нет? Квеста нет, да? Странно тогда. Натуральный блондин на земле такой один. Чё-то дальше я не помню, и слава здесь тебе, Господи. Здесь стоит осмотреться. Определенно. Ну давай, давай, Кера. Здравствуйте. Да что делаешь, сволочь? Ничего не вижу, ничего не понимаю. А помните, еще есть песня такая была? Мальчик мой, что-то там такое было еще. Я вот плохо помню, к сожалению. Очень текст этой песни, но помню, песня была очень приятная. Что-то, пусть ветер скажет мне, что с тобой, мальчик мой, что-то там такое было. Больно, больно, больно. Ну бей меня, дай подлечиться, ну. Смеркалось, блин, вот так всегда. Вот, блин, вот. Вот я сейчас держала кнопку, она все равно, видите, отвалился щит. Он не выдержал наплыва. А так, хотя странно, иногда работает, иногда нет. Ну и чё? Алле. Грибочки. Мутагенчиков, кстати, там что-то дофига у меня уже. Надо бы их как-то... Ух, как интересно. Склеить в большой мутагенчик. Что-то я не хочу туда идти. Вроде пока идет. О, хорошо. Чуть темно и страшно все-таки, однако. Так, вот еще. Главное вот в таких вот... Драконида, о, хорошо. Тополины пожара, июль, ночь такие, чё-то там. Ты пойми, что первый поцелуй, чё-то там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот это вот. Никогда не запоминала эту хренотню. Кстати, недавно один из Иванушек же умер.
Так, что-то я ничего больше не вижу. Так, это вход, подожди. Ой, блин. Ставлю, все равно за пределами, за его мочу всех. И на экране твой любимый герой. Он самый лучший на свете. В него влюбиться очень легко. Ой. Да, я помню. Блин, зачем я это сделала? Так, я вижу стенку. Сейчас. И на экране твой любимый герой. Геральтайн. Его зовут. Хотела как-то не так это сделать, но что-то не получилось. Так. Раз. Так, там газики, да? Там кто-то вонял очень громко. Не нравится мне это. Ой, не нравится мне. Ой, все плохо. Ненавижу этот газ. Ой, ёперный театр. Ты чё? Ты дурак, что ли? Давай. Так, ладно. Что-то там впереди страшное летает. Блин, так, тут тихо, тихо, тихо. Можно я выскочу отсюда вообще? Мне не нравится там. Быстрее, господи, Гера! Так, ладно, вроде он там остался. К черту его. Нет, да? Гера? Ладно, а если так? Подожди, вот так. Вот это уже лучше, да? Так, мне что-то не нравится вот зал большой вот этот. Ой, что это там? Ой, я сдохну тут. Кто-кто-кто? Дуюпер, ну что это? За что? Ага, понятно. Драконит, не боюсь, да, какой-нибудь? Ах! Так. Подожди, у меня же все есть, у меня же все сварено. Чего я лезу до сюда? Это же драконит, да? Судя по телосложению. Это вампир? Это вампир? Я просто не успела даже название разглядеть и вообще ничего. Так, вампиры у меня вроде были. Вот она. Отвар можешь какой-нибудь хлебануть. И сдохнуть, скорее всего, от токсичности. Отвар с призрака. Терять 3 здоровья, это... О, давай вот это вот. Не то. Вот так. Так, Раффорд, давай. А, черт, точно. Где-то есть. Ясно, понятно. Йоп, тише. Налево. Прости, господи. Не надо, подожди, 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 подожди. Какой красивый, блин. Ай, черт. Ну иди сюда. А. Так, плохо.
Геральт! Геральт, не в ту сторону. Давай, давай, бей меня. Спасибо. А, еще осталось, ну ладно. Недолет, недолет, недолет. Изи. Что там с него? Прикольно. Лунную пыль кидать. Да не хочу на него лунную пыль тратить. И так заковыряем. Вот если бы он... Оу. Какая лепота! Услыхавши слухи о драконе, я что сил бросился к Велину. К сожалению, от охоты на гада меня отвлекли префекты из гор Свелина. Туда меня вызвали в качестве знатока, чтобы решить загадку нескольких кораблекрушений. Как я сказала? Кораблекрушений? Кораблекрушений, вызванных якобы полуночницами. Что поделать, дракон, опустошающий деревни, менее важен, чем вставший торговый путь. К счастью, я быстро разгадал тайну одинокого морского маяка и снова отправился в погоню за драконом. Я узнал, что крестьяне из уничтоженных деревень нашли себе прибежище в вельфских катакомбах на озере Моречка. Разумно. Однако им не хватило разума, чтобы получше выбрать себе материалы на растопку. Они пустили на растопку эльфские манускрипты. Подумать страшно, сколько знаний старшего народа обратилось в дым. К счастью, несколько рукописей мне удалось спасти, включая интересный набор набросок панциря. Однако хватит об этом. По показаниям непосредственных свидетелей, чешуя пепельная, высота в холке 2 сажени, длина 5 саженей, дописка, предположительно вес около 14 центнеров. Способность удерживать высокую температуру в мехах легких дракона более четверти часа. Вывод, мы имеем дело с зеленым драконом. Начинаю охоту. Ну и да, риданская подорожная грамота. Именем такого-то, короля Ридании, бла-бла-бла, пожалуйста, плывите. Ведьмаки или не так страшен черт, это я за кадром бумажечку эту нашла. Честно говоря, не хочу читать про это. Вот. Единственное, что к наиболее известным ведьмачьим школам на континенте принадлежат волка школа, медведя, грифона, змеи и кота. Замечательно. Так. Что тут еще? Нифига не вижу. Света от свечки тоже ни хрена. Так, ну-ка, и куда мне это задание, кстати, приведет? Не близок путь. Ну ладно. Так, что у меня там было-то отмечено? 11-й, кстати, уровень. Сходить, что ли? Ну ладно, что там делал это? Тихо, подожди. Я здесь не долутала. Все, не все. I'm blue, la-do-di-da-do-di. 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 La-da-di-da-da-di. 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 La-da-di-da-do-di. Кстати, да, резня в центре. Кавалькада промчалась по залитому кровью двору. Всадники ни на кого не смотрели, вопросов не задавали. Они прекрасно знали свою задачу — убить старую королеву и захватить принцессу Цинтры. Какая участь ждала затем девочку, никто не говорил. Каланты с наивернейшими подданными забаррикадировалась в замке. Впрочем, было понятно, что каменные стены и ворота, укрепленные заклятиями, недолго выдержат против напора нильфгаардской армии и боевых чародеев. Через 4 дня солдаты ворвались в крепость. Ну да, что я делаю? Привычка. Так, да что-то там наверху не добрала, подожди. Или мне показалось? Нет, не показалось. Гимны и баллады. О, не, вот это вот я не буду. А, крыжовник тер, не слушай.
Блин. Я пойду в метели, да? Не стоит. Я не буду порочить эту песню своим исполнением. Здесь что-то есть. Где-то Кейры. Супер. Черт, мы могли сразу сюда прийти. Ну ладно, кто же знал-то, да? Так всегда. А это что такое? Что ты делаешь, Геральт? Слушай, а почему оно есть, но... Блин, это точно был какой-то квест, я вам отвечаю. Потому что, видишь, вот этим красненьким помечено. Красненьким ничего здесь просто так не помечено. Мы сюда наверняка должны были прийти по какой-нибудь наводке чьей-нибудь. Ну ладно. Где я? Так, мужичок далеко что-то. Вот, до деревни сейчас дойдем тогда. Тихо, аккуратно. Ну-ка, меня штырит? Нет, меня не штырит. Пока отвар работает, надо делать. Делаю. Если у меня сын родится, назову Геральтом. Не издевайся над ребенком, мужик. Перерыв. Давайте сейчас дойдем до мужичка. Там будет еще что-то 20 тысяч, не знаю, сражений, каких-нибудь продолжений дядов, или мы просто к нему придем, сдадим квесты и все. Просто как бы сейчас сделать перерыв или потом? Бывало, что в базарные дни сало на телегах горой лежало. Ты, миленькая, двери на ночь покрепче запри, а окна позакрывай. Я вот слышала в ночи... К Тамаре хочу. Подождите, дайте закончить-то. Спеем мы еще. Давайте сейчас закончим со старым. Хозе. Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Андерс в старости, знаете? Я нашел тело твоего отца и сжег. Это ты хорошо сделал. Он вернулся бы. Что случилось с твоим отцом? Ты действительно его убил? Это был злой человек. Когда-то вражей его боялся, а потом возмужал. То, что отец сделал матери, вражей не мог на это смотреть. Разбил ему башку секирой и утопил в болоте. Но люди знали. Думаю, дух больше не вернется. Спасибо тебе, ведьмак. Прими это в награду за помощь. А если тебе травки, когда понадобятся, или лекарства, ворожей все даст. Конечно. Ой. Хорошо. Меня не будет тут, да? Спасибо. Вот теперь с чистой совестью можно закончить серию. А в следующий уже пойдем, я думаю, в город. Потому что... Ну, здесь еще, конечно, вопросики есть. Ну, хрен бы с ними. Не думаю, что там что-то прям мега важное. Может быть, за кадром туда сбегаю потом опять же как-нибудь. А так куда-нибудь сюда телепортнемся. Вот, кстати, тут еще пройтись бы. Короче, да. К дереву висельников телепортнемся и от него будем плясать. Все, перерыв.